Вместо сувениров привезли новые контракты и знакомства. Ульяновская делегация вернулась с международной промышленной выставки «Иннопром Центральная Азия», которая проходила в Ташкенте. Ульяновцам удалось подписать крупный контракт с компанией «Goldberg Group», которая занимается ритейлом строительных материалов. Сотрудничают стороны не первый год. В 2022 в Узбекистане открыли шоу-рум ульяновских производителей. Пилотный проект оказался прибыльным. За год с нуля предприниматели заработали 100 миллионов рублей. Поэтому сотрудничество решили продолжать и расширять. Ульяновская область очень хороший опыт в этом плане, потому что подобные центры позволяют объединить малые и средние предприятия, которым, естественно, в одиночку достаточно сложно выходить на региональный рынок. Мы видим, что в Узбекистане хороший спрос на российскую продукцию, как продукты питания, так и промышленной продукции. В новом дилерском центре свою продукцию разместят 20 компаний области, а объем продаж планируют увеличить до 500 миллионов рублей. Шоурум расширят. Компании смогут участвовать в закупочных сессиях и выставках, а также получат возможность реализовать свою продукцию через все доступные каналы продаж – дистрибьюторов, оптовых покупателей, в сетях розничной торговли и на электронных торговых площадках. Сейчас бизнес Узбекистана заинтересован в закупке сантехники, материалов для кровли, фасадов и ремонта, в автозапчастях и бытовой химии. Эти два дня прошли очень серьезные большие переговоры с участием около 20 наших промышленных компаний на заводах, таких как УзАвто. Я лично побывал на этом заводе и вижу, что та номенклатура, которую они потребляют, которую они используют в производстве двигателей, вполне посильна нашим предприятиям Ульяновской области. Договорились, что сейчас по каждому изделию будет составлено, по каждому предприятию, дорожная карта, по этой дорожной карте будем двигаться. С промышленными предприятиями дружественного государства переговоры продолжатся. В Узбекистан планируют экспортировать различные компоненты двигателя, в том числе алюминиевое литье, пружины, пластмассовое литье и вкладыши для двигателя. Анна Тищенко, Юрий Конихин, Улправда ТВ.